Микрорайон «Пригородный простор» здесь открывают новый детский сад на 292 места. Это уже второе дошкольное учреждение здесь, но первого не хватало. Зато теперь все 286 детей из очереди смогут тоже пойти в детский сад. Детский сад строил застройщик, и затем за счет средств областного бюджета по решению губернатора был осуществлен выкуп детского сада в муниципальную собственность. 290 миллионов из областного бюджета плюс софинансирование муниципалитета выделено на приобретение данного здания. Мы работаем всего, принимаем 6 марта. На данный момент детский сад посещает 45 детей разновозрастных. Идет активный набор, чтобы не было никакого столпотворения, толкучки. Мы набираем постепенно. К нам очень сложно добираться, поэтому при подборе кадров вот это играет с нами не очень хорошую, да, вещь, но мы надеемся, что мы укомплектуем. Мне нравится, это что там дают кушать, потому что там всегда очень вкусно и очень красиво. Большая была необходимость в том, чтобы появился садик. Очень много ребятишек. Даже некоторые уже в школу идти, а садика не могли никак дождаться. Игрушки понравились, кроватки. Комнаты большие, да? Каждая группа условно поделена на три зоны. Например, здесь образовательная. Вот есть доска, различные развивающие игрушки. Далее идет обеденная. Ну и, конечно, наверное, самая любимая и самая главная для детского сада зона игровая. Здесь большое количество разных игрушек для девочек и мальчиков. За последние годы построили там более 150 детских садов. Сейчас точно решаем проблему вот как раз в новых микрорайонах. И сейчас у нас продолжается строительство на Гребенщикова. Застройщик уже получил разрешение на строительство третьего детского сада, но сейчас необходимости в нем нет. Однако местные жители и администрация уверяют, что это только пока.